Мы обратились за помощью к искусственному интеллекту, а именно к ChatGPT, и попросили его подготовить для нас план сценария на YouTube. Посмотрим, что из этого вышло. Обязательно досматривай до конца это видео, потому что в конце мы как раз обсуждаем, как учить английский с искусственным интеллектом. С вами Вероника и Puzzle English. Наш запрос прозвучал так. Напиши, пожалуйста, план сценария на тему, как использовать искусственный интеллект для изучения английского языка и обзор приложения Puzzle English. Посмотрим, что из этого получилось. Приветствую всех! В сегодняшнем видео мы расскажем о том, как использовать искусственный интеллект для эффективного изучения английского языка. Мы рассмотрим одно из самых популярных приложений – Puzzle English, которое поможет вам освоить английский язык, даже если вы не имеете возможности посещать языковые курсы. И далее, ChatGPT делает план с таймингом, о чем нам нужно рассказывать. Что такое Puzzle English? Описание приложения и его основных функций. Какие возможности предоставляет приложение для изучения английского языка? Это довольно очевидно. Вы же наши любимые зрители и так хорошо знаете, что такое Puzzle English, и что у нас нереальное количество крутых курсов и заданий, которые подстраиваются и под ваш уровень, и под ваши цели, и под ваши интересы, делая процесс обучения максимально эффективным. Вы же правда знаете? Движемся дальше. Что потом предлагает рассказать нам искусственный интеллект? Искусственный интеллект в Puzzle English. Искусственный интеллект помогает в Puzzle English. Какие инструменты для обучения английскому языку использует Puzzle English? Вот это уже интереснее. А что, в Puzzle English тоже есть искусственный интеллект? Конечно! Ваш индивидуальный учебный план подстраивается под ваши интересы, цели, в зависимости от того, что вы сделали. Вам предлагаются следующие задания. Вы даже можете поболтать и попрактиковать свой разговорный английский с нашим тренажером. Чем вам не искусственный интеллект? Продолжаем следовать плану ChatGPT. Как использовать Puzzle English для изучения английского языка? Как создать аккаунт в приложении? Как настроить приложение на индивидуальные потребности? Как использовать уроки, чтобы улучшить свой английский язык? Как следить за своим прогрессом в изучении английского языка? Создавать аккаунт это очень просто, прямо одна минута. Индивидуальный план тоже создается легко, причем даже для бесплатной версии можно попробовать, ссылка в описании. Как правильно и максимально эффективно работать с платформой, тоже вам рассказываем с первых минут, чтобы не терять времени. Как следить за прогрессом? Вы всегда видите, какие темы вы уже прошли. Вы также можете проходить тестирование регулярно и использовать результаты для понимания своего прогресса. Вы ведете электронный словарик и понимаете, какого эффекта вы достигли. Вы можете обсуждать это с вашим педагогом и с его помощью ставить себе новые цели. И заключение. Как сформулировал ChatGPT финальную фразу? Итак, это был обзор приложения Puzzle English. Надеюсь, что этот видеообзор поможет вам найти эффективный способ изучения английского языка и достичь желаемых результатов. Большое спасибо за просмотр этого видео. Как вам такой обзор? Что скажете о его работе? Банально или нормально? И в конце этого видео хотела обсудить очень распространенную сейчас тему, связанную с искусственным интеллектом, что теперь и английский можно учить с ChatGPT, да еще и совершенно бесплатно. Да? Очень часто сейчас это слышу. Многие говорят, что теперь ты легко можешь учить английский с ChatGPT или другим искусственным интеллектом, что с ним можно переписываться, общаться на английском, задавать ему вопросы, и он может проверять твои ошибки. Это, конечно, замечательно. Но подумайте, ведь это и так слишком доступно для нас. Вы можете самостоятельно задавать вопросы Google или Яндексу на английском и получать на них ответы. А проверить ваши ошибки вообще может каждый второй сайт из поисковика. Поэтому, проанализировав эту тему поподробнее, специально для этого видео, мы пришли к выводу, что искусственный интеллект действительно классно работает в другом и поможет прекрасно облегчить вам жизнь по-другому. Написать за вас сообщение, придумать вам новые тематические идеи, сделать сценарий, нарисовать картинки и так далее. Но английский за вас он не выучит, а помочь может не больше поисковика. А вот Puzzle English сделает для вас и индивидуальный учебный план, и предложит самые разные вариации заданий, проверит их, на основе проделанной работы подберет следующие шаги для совершенствования знаний, подстроится под ваши интересы, цели и так далее. А вот это бесспорно поможет вам лучше овладеть английским языком. Поэтому скорее переходи по ссылке в описании и начинай учить английский эффективно и интересно с Puzzle English. Делитесь вашим опытом взаимодействия с искусственным интеллектом в комментариях. И спасибо, что сегодня были с нами. Пока-пока!